Приветствую, друзья, вы на канале Киберок ТВ. Со мной тут Бэйн с игрового канала Бэйна. Да, и мы играем в Вовку, убиваем людей. Вот. Третья серия подряд записывается, так что... Запасик есть. Да, запасик есть. Будет что вам показать. Ну, то мало ли, когда мы в следующий раз снова сопряжемся. О, стелс. Подожди, а со стелса есть какие-нибудь бонусы? Да. У тебя во время стелса там всякие способности бонусные будут. Типа... А знаешь, в чем прикол? Тихонько открываться. А. У меня исчез... А, понятно, стоп. В стелс у меня вообще навыки пропадают. Надо их расставить снова. Книжку открыть и расставить. А, понял, сейчас. Уйти в стелс и там расставить навыки. Сейчас расставим бросок. Подожди, здесь и бросок есть. Бросок это, ну, поставь, можешь, в принципе, поставить, типа, как агрить, если что. А это коварный удар. И вот это вот. Блин, а чё оно по новой-то расставляется? В чём смысл? Ну, ладно. Потому что в Envisi и нет разные способности. Некоторые нельзя использовать в Envisi, нет, все можно. Нельзя использовать без Envisi некоторые способности, которые можно использовать... в Envisi. Бросить кинжал противника. Это можно только со стелса, да? Нет? Раньше вообще весело было. Нет. В катаклизме бросок был у... Ну, у всех почти. Ну, кроме магов и прочих фигни. И воин... И вот отображалась моделька, и воин мог метнуть здоровым... двухручным топором в какого-нибудь говнюка. Это выглядело, конечно, забавно. Но потом это вывели. Это, по-моему, даже не весь катаклизм был, а под конец уже не было. Там где-то до выхода Пандария, но вот так в серединке там... На урон где-то... она не наносит, да? Наносит. Не очень много не наносит. Это я по-разному эту фигню использую обычно. Нет, просто я только что бросал кинжал в этого человечка, и ничего не происходило. Ну, с хп ионом. Но он только напал на меня. Да ё-моё, как не успевает, вот ты не... Чё-то здесь народу много. Это единственный минус зеленого сервера. Так. Так, что мурлочий поводок. Там будут меньше. А, это старый кинжал у меня лежит, да? Да. Ладненько. Так. Так, а пойдем-ка пока соберем тыковки и поручим мурлоков. Угу. Остатки. Как раз много тыковок. Отрезкалось. Мурлоки. Ну и ладно, я тебя подожду на границе. Вот, потому что мурлоки, они могут пачкой напасть, и будет не очень хорошо. Угу. Ну сейчас соберем. Ты уже все собрал, что ли? Я нет. А. Еще две тыквы и три воина. Свали. Значит, тыквы нам с тобой не идут одновременно. Нет, их надо отдельно собирать. Так, аж где-то там у нас вон-то. У тебя где-то ворона там каркает. Да, за окном. Так, все. Все тыквы собрал. Давай я тогда соберу вон там последние. Теперь, а еще мне нужно фермеров еще троих убить. Меня тоже. Пошли пока за мурлоками. Ну пошли. На обратном пути тогда. Как раз отреспится пока. Пойман мурлоков из пленения злобного плавника. Доставлено мурлоков из пленения злобного плавника. Я помню, кстати, когда-то давно, когда заходил в Вовку, меня сразу же пытались в гильдию заманить. А, сейчас вот. Хаза, почему? С тех пор, как я сейчас начал играть, вообще никто не предлагает в гильдию. Хаза, почему не врубаюсь. Это, не знаю, может что-то с СГА сделали, потому что тебе кидал вначале это СГА, это аддон, который рыскает, смотрит игроков без гильдии и автоматически кидает им приглашение. То есть персонаж там стоит где-нибудь в столице или занимается своими делами, а у него аддон сам набирает гильдию. Ну, понятно. А вот шняк.
может, что-то с ним сделал. Я помню, ты первый раз там этот самый, и так уж вообще, я не знаю, как это получилось, так совпало. Тебе в первый приглас в гильду кинули, в гильдию YouTube. Ты тогда еще не рубанул. Откуда они про тебя прознали? Типа, подумал, что они что-то знают, а на самом деле просто совпадение. Ну да, так, что-то здесь никого нет. Под воду плывут. Слушай, я же должен был его... Ты посмотри, сколько тут народу. Я его зачем-то убил, надо было... Да, тут... Нельзя применить к этой цели, понятно. Нужны такие фиолетовые. Нужны такие фиолетовые, чувак. На одной точке нас семеро. Вон фиолетовый такой вот. Восемь насчитал. Чувак, ты его убили зачем-то. Вот таких вот фиолетовых нужно. Их, я помню, такого чувака проводил, так что... Что-то мне кажется, стоило нам на Дракономорье играть. Не. Я хочу именно, во-первых, на PvP. У нас уж мы тем более в пати. Там будет интереснее. Будут дополнительные возможности, так скажем. Вон, смотри, один. Это, он дохлый. Давай вот здесь подождем тогда. Ну давай, нам одного нужно, да? Одного... О, вон, смотри, бежит, попробую. О, что, нам же его приручить надо, а не убить. А, нельзя приручить к этой цели. Даже надо начать бить. Не уже стараюсь тут. Нет. Не, не получается. Может, его реально надо убить, а потом как бы... Мы же занежить, типа. Ну да. Нет, ну. Это не работает. Кстати, меч непрочный, можешь взять. А он мне подойдет? Да. То есть я могу носить меч? Ну, одноручный. Интересно. Любопытно, сейчас попробуем. Ёшкин кот, где же эти мурлоки? Первый уровень. Что ж не так-то? Ну ладно, побегаю пока с мячом, посмотрим. Ну что ты делаешь? Не приручаешься. Печально. Так, давай почитаем, что нам нужно сделать. Ты можешь во вторую руку именно перетащить. Меч. Так, накиньте поводок на мурлока из племени злобного плавника, а затем приведите его Седрику. Поймать мурлока из племени злобного достаточно ясно. Они из этого племени, да? Да, должно считаться. Я не знаю, почему так. Должно все хоккей быть. О! Получилось! У тебя получилось? Я его бить начал сначала, у него там чуть-чуть хп оставалось, как в битве питомцев. Я его поводок попробовал кинуть, он сработал. Попробуй. Может, и на тех сойдет, может, и на зеленых попробуй. На зеленых тоже. Чуть-чуть его бей, чуть-чуть оставь ему там хп с копейками. Посмотрим. Младший, блин, это где раньше была клавиша? Есть. Отлично, пошли. Шикарно. Давай, погнали. Супер. Так. Они так бегают забавно. Мурлоки! Это же мурлоки! Сколько петов даже. Не отпускать бы, самому оставить такого пета. Было бы забавно. Вообще в Варкрафте есть так второстепенные петы, например, гуманоиды, которые тебе помогают. Но очень много интересных на таком левеле, которые уже не помогут. Письмо Алого Ордена. Некуда класть. Некуда класть. Кстати, сумки мне почему-то никто не дал. Ты намекаешь, чтобы я тебе их подарил? Нет, я имею в виду, тут уже по квестам должны давать. Ну, не обязательно не должны давать. Потом разберемся. Купим по-любому какую-нибудь в таверне. Если не найдем. А еще я подобрал мусор с пауков. Потом подформим голдишки. Купим себе хорошие сумочки на 16 человек. Так. С ткани скверной. Письмо ордена открываем. Лейтенант Геблер, занятно, что вы решили взять пленницу. К тому же из числа нежити. О чем вы думали? Можно подумать, бывший статус помог бы ей увильнуть от законов Алого Ордена. Это волнует меня больше всего, Геблер. Хочу напомнить, что за такое поведение существует определенное наказание. Приказываю вам немедленно казнить ее. Она больше не одна из нас.
Вот мы, наверное, ту и встретим, да? Да. Которая к папе побежала. Папуля! Возьми меня назад. Смотрел «Игру престолов». Угу. Смотрел. До какого сезона? Последний сезон не смотрел, а предыдущий смотрел. А, ну вот, похожая фигня. Я пока не могу этим пользоваться. Я не могу этим пользоваться. Так, стоп. Нам нужно еще... А, так, стоп. Жаль, собака что-то не помнит. Не хватает. О, иди сюда. Так. Блин, еще один воин алого ордена меня за мной гонит. Я попробую помнить. Я засчитал сейчас? Да, засчиталось. Отлично, значит, я это засчитаюсь. Ах, как шикарно, маг на таком расстоянии, конечно, бьет обалдительно. Буду стукнуть этого чувака. Так, 9 уже. Вон последний, давай его-то берем. Ага, Тритан, Крит вылетел. Все, все сделали. Шикарно, что с него там будет. Пленник Слового Ордена, но это уже потом. Я думаю, нам надо продаться. Ну, кстати, мне... есть во всех сумках есть поиск, а справа от поиска такая кисточка сортировать вещи. Можешь нажимать ее, особенно если у тебя много сумок и всякой фигни. Понятно, окей. Категориям распределиться. Окей. Так, сейчас дадим это задание. А что такое? Стоп, разыщите пленницу. А, слушай, это там было в крепости. А это рядом, да? А, ну да, да. Поставили. Понятно. Окей, тогда сразу сделаем через фальские леса. Mm-hmm. А дождь все идет и идет. Или это уже новый дождь? А черное, слушай, кстати, я не знаю, может мы пока жрали, что-то произошло. Что-то как-то не обратил на это внимания. Как-то странно, мурлоки бегают. Да, ну их еще спецом для Варкрафта сделали, как мясо, да? Мурлок. Блин, сколько с ними только что уже. И мимасиков, и Вовки. Всякой фигни. Ну, здравствуйте. Воин. Не похоже на дровосеков. А что люди вообще тут делают? Не пора ли им вообще отсюда свалить? Это уже не их земля. Ну, почти. Они пытаются ее того. Алый Орден это как бы такая... От Лордерона остатки. А-а-а. Так выразимся. Отголоски прошлого. Ну, конечно, как они, у них там даже что-то получается. Так, тебя там бьют, что ли? Ты за мной бежишь? Не, я за тобой бегу. Значит, там вот кого-то другого бьют. Где она тут? Привет. Пусть мир живых отвернулся от меня, но я все равно не стану чего-то там. Что ты там не станешь? И что теперь? Что ты здесь делаешь? Убирайся прочь. Я здесь для того, чтобы спасти тебя. Прежде всего, меня не надо спасать, а во-вторых, даже если бы было надо, я бы не позволил такому чудовищу к себе прикоснуться. Лилиан, ты одна из отрекшихся, так как и я. И посему вопрос, почему Алый Орден посадил тебя в клетку? Обычно они убивают нежить. Нет, ни разу. Я не нежить, понятно? Во всяком случае, будут такой недолго. Отец спасет меня, я уверена. Да хранит тебя темная госпожа. Я слышу шаги лейтенанта, что-то там. Ой, в стелс уходит, да? Не совсем. Прячемся. Ему типа на нас насрать. Пришло время моей заключенной вести от твоего отца пришла. Геблер, наконец-то. Так, верховный жрец Воз отрекается от тебя. Он приказал казнить тебя немедленно. Ну что, мочим его, да? Сейчас бы веселее будет. Ну не может быть, Геблер, ты же знаешь, кто я. Мы были друзьями. К сожалению, ты оказалась слишком опасной как в жизни, так и после нее. Я с удовольствием убью тебя, ведьма. Она сама его прикончила. Да. Геблер,
ты, отец. Ну, короче, она... Пусть мир живых отвернулся от меня, но я все равно не стану что-то там. Ну, давай что тебе нужно? И как нам ее освободить? Все? Да, никак? Все. Она себя еще покажет дальше. Ну, в общем-то, я говорю, то есть вот в плане они таких... Они создали монстра. Подобных, да? Квестов вот интересненько так. Как в «Звездных войнах». Да. Я отрекаюсь от тебя. Ну ладно, я на темную сторону тогда пошел. Нельзя просто так взять и недооценить мужчину, Кина. Он обидится. Огненный лед. Кто придумал это извращение? 12 лет назад или сколько, я не знаю, ветка. Вовка это с 99 года разрабатывается. Знаешь, было бы неплохо, если бы они решили сделать новую. Вот, Warframe 2 это такая шняга, которая разговаривает уже, в принципе, достаточно давно. И бытует мнение, что World of Warcraft 2 будет после Warcraft 4. Ну, это так, все догадки, предположения, кто-то достаточно логично все объясняет. А что, кто-то сказал, что будет Warcraft 4? Пока нет, хотя и были отголоски, и были такие, появлялись иногда, ну, короче, слухи. Типа, и слухи, да, и что-то убегало. Ну, это то, что мне не нравится у разработчиков ММО игр. Они что-то создают, а потом сидят 10 лет или 20 лет на одной и той же игре. Хотя могли бы создать новую. И пытаются старую допилить. Учитывая, что новые технологии выходят. Я считаю, что Вовка, она только... Ну как она... Мне она нравится, честно. Вот так. Мне тоже нравится, но, блин... В плане графики, конечно, хотелось бы что-то... Знаешь, такого вот... Именно увидеть... А может, еще рано, слушай, я так правда думаю. То есть, конечно, сейчас выглядит вот это достаточно скромно, но... Если, ну, предположим, мы еще года три посидим так... А потом выйдет, начнется, предположим, разрабатываться, и лет через 5 выйдет что-то с графой, как в роликах. Ты видел ролики официальные? Ага. Вот с такой графой, то и с какой-то что-то с интересным сюжетом, там все это реализовано, то, в принципе, почему бы не подождать эти 5 лет? Это будет лучше, чем сейчас выпустить сырой продукт, как по мне. Ну, это, конечно, как посмотреть. Может быть. Мне кажется, что такое. Ну, сейчас, кстати, уже такой графон и есть во многих играх. Как, да, в роликах. В принципе, да. Но извини меня, тут размеры мира. Ну, давай, читай. Говори. Давай. Так, урожай фермеров, да. В тебе есть задатки великого мага, нежить. Крики умирающих были слышны даже здесь. Возможно, нам скоро удастся очистить землю от этих людей-паразитов. С кого же они тогда будут себе делать? Опять все. Мне все дают наручно на. Две защиты. Ничего. Интересно. А мне новый кинжал. Ну, тебе, да, тебе тут получше. Кстати, выглядит, по-моему, почти как мой. Очень похоже. Так. Так, ладно, короче. И. А, некуда класть. Черт, некуда класть. Есть... А, тут продавец есть, давай. Сделаем. Палисад все... Алого Ордена. Нам нужен кто-то такой. Такой же инициативный, как ты, чтобы навсегда покончить с Алым Орденом. Докажи мне, что ты достоин служить темной госпоже. Отправляйся на запад к башне за усадьбой Солиден и убей 10 воинов из Алого Ордена. Опасайся живых. Ладно, еще одно задание. Письмо Алого Ордена. Стоп, а что не теряй бдительности. Но нельзя прочитать вроде. Блин. О чем? Ну там, в общем, про Лилиан. Что в нем? Так, Алый Орден не берет пленных, но для этого девушки сделали исключение. Интересно. Но то, на что она способна, интереснее в 100 крат. Она прошла сквозь тюремную решетку и убила стража. Почему она сразу этого не сделала? Будь осторожнее. Да. Что-то у нас здесь много происходит, врагов. Да? Так, стоп. Все, мне надеется. Нужно. Ладно, пусть пока с мечом побегаю. Что-то мне кажется, он медленнее дерется с мечом. Чем это не сделали? А, мы Мурлок! Где Мурлок, ё-моё? Реально, а где Мурлок? Слушай, а его случайно не убили? А, хрен его знает. У меня, кстати, написано, что он есть.
написано то, что он выполнен, но его не доставили. Не доставили мы его. Чё за хрень? Он убежал, что ли, от нас? Чё за фигня, реально? Ладно, придётся, наверное, отменить это задание, да, и заново его взять. Да, или нет, мы можем сбегать и приручить, но я не знаю, надо ли это. Давай, будем... давай, побежаем. А, ну погнали. Ну, всё равно это последняя серия, почему бы не побегать подольше? Давай. Минут на сегодня еще. Последняя серия. Так. У нас ещё 20 минут, если мы 40 минутку будем снимать. Угу. Можно? Можно. А может, ты своим АОЕ моего Мурлока убил и своего? Ну, они становились союзными, когда мы их платком проделывали, так что не должно было действовать. В общем, черт знает. Вон я вынес макрос. Что не работает? Команда... крик недоступна владельцам стартовой версии. Ну, печат. У меня тут этот... Крик for the Horde. Сделать. За Орду. Нажимаешь на одну кнопку, и он у тебя орёт for the Horde, этот, на пол леса. Ой. Как ты посмел на меня попасть? Пёс смердячий. Так. Смердяша. Блин, красиво. Правда, не видно, откуда идёт вот это вот свечение на воде, да? Вроде как должна быть луна или... Кстати, да. Или она была на этом самом, по-моему. Так, вообще, вот, да. Я пойду возьму этого мурлочка. А ну давай. Господи, у меня киберок выходит из сети, написано на этом киберок. 0003. Ой, блин, не успел. Так, ну давай нападай на меня. Нужно подойти поближе. Это мой. А, ой-ой-ой-ой. Ну-ну-ну, блин, чё я не могу нажать? Предмет есть, еще не есть. Готов. Фух. Смотри-ка, когда мы делали, тут было куча народа, сейчас тут никого. Ну да, давай, приручай. Я вечно я хочу фиолетового снова. Так. Ты с кинжалом, что ли? Да, и с книжкой. О, твой кинжал лучше моего меча. Ты, правда, передать его мне не сможешь, да? Да, шикарно. Ладно, погнали, да. Доставим этих мурлоков, надо смотреть, чтобы не убежали. Я на него даже тыкну. А, они синенькие. А ну-ка, реально, надо на него тыкнуть, чтобы все время был подсвечен. А то мало ли. Попробует сбежать. Погнали. На дорожку давай выйдем. Так, кстати. Что там не красным подсвечено? А, мы еще сюда вернемся воинов убивать. Ну да, но это потом, давай уже зададим это задание. Да. И спасибо. Уже в следующих сериях будем дальше да. Проходить. Жалко Добрила так пока что им не добежали и не взяли профессию. Ну да ладно. На самом деле, Смердяша. Потому что тут стоит какой-то чувак, который вкратце владеет какими-то основами, то есть он может просто тебе дать изучить эту профессию. Волк. Пёс тьмы. Он гнался за твоим мурлоком, сволочь. Хотел покусать. Сколько у них хп? 75. Один удар и ляжет, да? Кстати, вот, возможно, правда, они легли. Их просто убили. Хотя они, кстати, подсвечены какой-то... Ну, что ли, оборудование. То есть, когда танк, на который надо сесть, или что-то такое, он синим подсвечен. Титанки, за фигня. Использовать то, что нужно. Так, это нам... Подожди, сначала сдадим это задание. А что это, в смысле? А, понял тебя. Подожди, а что я не могу сдать? Надеюсь, ты не с дурными вести. А я не могу, да. Интересно, может, это надо внизу тут делать? Надеюсь, ты не с дурными вестями. Что, уже насобирал десяток, да? Ну, собирал, о, все. Хорошо справился с заданием разбойники, тем самым доказал, что достоин примкнуть к армии темной госпожи. У этих тык великое будущее, разбойник. Они будут разносчиками моего новейшего штамма чумы.
заражение которым повлечет за собой длительную и тяжелую болезнь. Однако для этого мне понадобится несколько редких компонентов. Итак, нам нужен... И наше время придет. Свет, а как ты сдал? Подойди к нижнему шкафу, например, и Мурал должен зачесть. А, понял. Мой до сих пор стоит из скрун, как будто там еще что-то будет. Ну ладно. Ну, и скруном назвал. Ой, ну разве он не прелесть? Такой очаровательный. Спасибо тебе, гнилушка. Мне уже намного лучше. Да хранит тебя тьма. Прошло 11 лет, а они все еще возятся с этими тыквами и постоянно что-то, какую-то сверхновую чуму изобретают. Кто травят бедных пленников из Алого Ордена. В общем, ой. Нормально, мы же нежить. В общем, ой, ай. Для нас это нормально. Да, ну так, что, заканчивать? Лаус. А ты где? Я здесь. О, ты тут? Давай с тобой ПВП. Давай, в принципе, почему бы и нет. Вон, так, пошли туда, отойдем. А как тебе ПВП бросить? А, дуэль. Вот. Подбеги сейчас поближе. Ну-ка. А, принял. Нет, 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 далеко не уйдешь. Эй, ты офигел? Так нечестно. Надо было тебе дать венвиз, конечно, уйти и что-то. Так нечестно. Не в домашку. А ты использовать эту способность. Смотри. Мне не хватает энергии. Недостаточно. Ой. Опять ты меня замедлил. Пока не могу использовать эту способность. Не могу проиграть. Ну окей. Кстати, ты меня не можешь сейчас убить. У меня почему-то не проходит атака. Давай. Слишком далеко. Нет. Фаталити. Не фаталить, не фаталить. Дуэлянт. Ну, ладно. И давайте дам ачивочку победа в ПВП сделать сейчас. ХПшечку восстановить. Кстати, ты можешь сожрать грибочки нам давали или что-то. А, освежающая вода. У тебя должны грибочки лежать в инвентаре, можешь их скушать, у тебя ХПшка быстро восстановится, и я дам тебе меня замочакать. Да ладно, не надо меня. Не надо. Так, у меня есть вода. Ачивочка. Это ачивочка, принимай. Ачивочка? Да, ну, фигач. У меня нет цели. Сейчас как фигану. Ну-ка, ты стелс. Да. А ты меня. А, ты меня видишь, нет? Ну вот отойди на небольшое остальное. Вот, теперь я тебя не вижу. Круто. Круто, круто, круто. И сейчас. Да. Ты не видел до самого последнего момента. Как-то слабовато я тебя бью. Снимай броню. К сожалению, во время боя я этого сделать не могу. Нормально, на самом деле, ты меня снял. Мне не хватает. Я, конечно, не так особо сильно в предыдущий раз мочил, но все-таки ты мне прилично снял. Неудивительно, что я проиграл. Как там и атаки медленно идут. Все из-за меча, наверное. Все милишники на лоу-левеле так себе. Обычно. Ну потом я тоже. Еще у меня паука книжка. Ой, это твинка книжка. Ачивка, круто. Хоть я ее не заслужил. Ладно. Так, ну все, мы, короче, завершаем, да? Пошли вот возле здания где-нибудь станем. Попрощаемся с народом. Да, вон там какую-то кукурузку. Смотри, какая красивая тетка. Вау, смотри, просто красавица. Давай в Арготах я за вами поговоримся. Я там еще киля за то, что знаешь. Слушай, а он каждый раз говорит разные фразы. Я это не обращал внимания. Ну ладно, короче. Верховный маг. Ладно, друзья, короче, мы завершаем эту серию. Надеюсь, вам это самое понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы, игровой канал Бэйна, Киберок ТВ. Вот, и ждите дальнейших серий. Мы постараемся почаще их записывать. Постараемся. Да, ну ладно. Всем пока. Пока-пока.